Я прекрасно знаю, кем я была в предыдущей жизни. Я была белкой. Это существо живое, веселое, красивое, рыжее. Она очень много трудится и зарывает то, что она добыла, в разных дуплах. Половину забывает, половину у нее тырит, куча хвостопадов, куча людей, которые живут за их счет. Но белка всеми любимая, и кроме вот этого мультика, в котором она выглядит некрасивой, обычно в любых сказках она чудеснейший персонаж. В следующей жизни хотела бы быть человеком. Мне так жалко, что я столько много прочитала и поняла, и это вместе со мной идет, что, наверное, поэтому я пишу книги. Одна моя подруга сказала, когда ты берешь микрофон в руки, тебе должно быть что сказать. Поэтому у меня в руках ручка, и она дымится, потому что я хочу что-то успеть докричать.